сколько на концерте мы можем показать людям, то, над чем мы думаем, и показать людям наши какие-то новые костюмы, показать, ну, показать самих себя, потому что иначе только по записям невозможно ориентироваться на группу. И у нас, поскольку нет возможности снимать видео, то только на концерте. И это очень важно. Сергей говорит с ребятами, беседуется. Как зовут? Плохо! А что вы? Thank you.
концерт — это единственная возможность донести песню до публики, единственная возможность выставить ее в каком-то максимально понятном контексте. И для меня неразрывное понятие просто написание песни и исполнение на концерте. Но все равно, что пишешь песню прямо на концерте. Возьмите, я тоже не вижу, что у меня есть голова.